прошу сюда. А это гордость нашего ресторана, повар из Индии Шива Махараджан. Ну что, ты так и будешь весь вечер телевизор смотреть? Жень, я футбол смотрю. Дорогой, а у меня кроме халатика ничего нет. Слушай, ты правда, ты уже достала уже. Зимой тебе не в чем ходить, у тебя шубы нет. Сейчас у тебя кроме халатика ничего нету. На, держи. На, купи себе что-нибудь под халатик и отстань. Ну, на, попрошайка. Давай. На. Давай. Все. Вернись! Я не тебе. Вернись, говорю. Ты это, того, помалкивай давай. Лучше пристегнись и получай удовольствие. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Бутылка вина. Бокалы. Фрукты. Свечи. Коробка конфет. Ой, подождите секундочку, я салфетки забыл. Ну что? За знакомство? Что ты стоишь, разбивать будешь? Так, а как? Дёрнул же меня леший вина выпить. Ваши документы. Вот, пожалуйста. Ой, что мне так нехорошо. Ой. Нарушаем? Ой, ну что, какой нарушаем там? Девушка, от вас алкоголем пахнет. Ой, ну что вы, какой алкоголь. Это мне врачи прописали это лекарство на спирту. Вот, эти, знаете, такое противное, ну приходится пить. Знаете, вот, такой срок. Ну, если вам так плохо, как же вы дальше машину вести будете? Ой, ну что вы, я это привыкла уже. Что вы? Нормально, да, уже нормально. Ладно, хорошо, не буду вас задерживать. Удачи и счастливого пути. Да, спасибо. Да. Ой! А что такое? Ой. Вы тоже это видели, да? Ой! Этому воды отошли! Ой, все!
я не буду больше болтать, это в больницу быстро сразу. Да? Ой, все, будет опасно, рожаю. Рожаю. Уважаемые радиослушатели, время ровно 12 часов. И сейчас на радио Юмор-ФМ новости. Добрый день. Я из страховой компании. Вы не хотите застраховать свою квартиру? Пошел вон. Всего хорошего. Кто там? Добрый день. Я из страховой компании. Вы не хотели бы застраховать свою квартиру? Я сейчас милицию вызову. Видите ли, именно сегодня наша страховая компания предоставляет... Вали отсюда. Всего хорошего. Не хотите страховаться, как хотите. Наш адрес. Улица Чехова, 17. Народ, кофе есть? Кофе есть. Серег, есть кофе? Ген, что ты разорался-то? Начальник еще в прошлом месяце запретил кофе покупать. Кризис. И что делать? Я без кофе работать не могу! Иди сюда. Есть черные, растворимые. Отдам один пакетик за два кусочка сахара. Сахара нет. Есть бумага туалетная. Дам полметра за пакетик. Идет. Да ладно. Будешь думать. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы знаете, у моего мужа завтра день рождения, вот, и мы хотели бы что-нибудь ему подарить. Может, вы нам посоветуете? Посоветую. Девочки мои, купите ему одеколон. Да? Надо же, мы хотели, знаете, посмотреть удочку. Знаете, я подарила своему удочку. Теперь все выходные я сижу дома одна. Так что одеколон, дорогие, то, что надо. А магазин напротив нашего. Ты, Семенов, до войны где работал? Нигде не работал. Я после института сразу на фронт попал. А заканчивал что? Филологически. Ну все, кажись, наши закончили артподготовку. Давай, лейтенант, поднимай бойцов в атаку. Бойцы! За Родину! За товарища Сталина! За победу коммунизма во всем мире! С его чудесами и великими открытиями, в которые хочется погрузиться с головой и раствориться в его загадках и тайнах. За родные просторы, реки, озера, за тучные хлебные поля, где каждый голосок рад восходу солнца, за пение жаворонка, который невидимой черной точкой.
У меня есть две новости. Плохая и хорошая. Давайте хорошую. Из крольчатины можно приготовить более сотни диетических блюд. Ну, например, жаркое. Которое пахнет, как парное молоко в детстве. За изумрудных кузнечиков, этих луговых тружников, которые ежесекундно куют свое счастье в зеленом море травы, той травы, которая по утрам окутана вязким туманом с россыпью бриллиантов росы, той росы, которая так холодна на мальчишеских ладонях. Лейтенант! Ха! Да мы победили уже! Друзья, наша победа еще раз показывает, что наше дело правое! Да. Хорошо вы оплавали, правда, Тюшкин? Да, хорошо. Только мало. Я твое последнее желание исполнил? Да. Поэтому не копайся, одевайся. На этап опоздаем. Давай, наряжайся. Хочу коктейль, Маргарита. Теперь Б-52. А теперь мохито. Это что, по-твоему, мохито, что ли? Пардон. Другое дело. Яблоки! Молодые яблоки! Без пестицидов, без нитратов! Хай бы они поскозились! Подходи, молодые яблоки, покупай! Эй, мужик, дай еще одно яблочко попробовать. Может, ты обманываешь? Слухай, дед, ты уже, зараза, полкилограмма съел. Иди, вот тебе бабка уже не узнает. Либо покупай, либо иди отсюда. Яблоки! Молодые яблоки! Я очень рад, что вы пришли. Поэтому рассказывайте все, что вас беспокоит. Все и очень подробно. Понимаете, доктор, я общаюсь с людьми, которых никто не видит, кроме меня. Простите, это как? Вот друг мой, Валерка. Я его вижу, а другие нет. Вот. Здравствуйте. Здрасте. Доктор, вы что, тоже видите Валерку? Ну, конечно. Валер, ты представляешь, он тебя видит. Видишь, Валерка, теперь не только я тебя вижу. Спасибо вам, доктор, от меня и от Валерки. Вы просите ко мне? Валер, смотри. Еще один психоаналитик пришел. Ваш коллега. Ну что, долго там?
Ай, да подожди. Поди ж еще не закипело. А не, все, закипело. Все, нормально. Давай. Тепленькая! Можно купаться! Ядрить твою! Через коромысло! Здравствуйте, Зиночка! Как босс? Как настроение? Мне подпись его нужна. Ой, Сан Саныч сегодня такое вообще не в настроении. Да? Угу. Ну что ж. А ну давай улыбайся. Давай улыбайся, гад. Ага, прочувствуй все это на своей шкуре. Может, хватит уже, а? Не хватит. Давай, улыбайся. Мерзни, гад, и улыбайся, собака. Дай мне эту, как ты говорил там, экспрессию, да? Папочка, пожалуйста, я прошу тебя, ну хороший фотограф, честно. Он хорошо снимает. Я вижу, что он тебя гарно тут вот так фотографирует в таком виде. Стоит тут полуголая, бледная, худая, а была румяная. Ага. Ну давай, а вампир ты на этот все высосал. А ты что, давай, веселей давай. Что ты на меня хочешь? А ну-ка, давай, гад. Улыбайся, гад. Ты меня сейчас обожрать тебе сегодня не судьба. Понял? А ну-ка, сымай трусы. А ну, цыц, я сказал, пусть на своей шкуре себя почувствует. Сымай. А ты, это не смотри. Сымай, сказал. А ты запахнись. А ты сымай. Сымай, сказал. Тихо. А ты сымай. А ты не смотри. Что-то сегодня рано. Так темнело же уже. Темнеет же сейчас рано. Ну что, как обычно? Да. Вот,
Спасибо. Да. Опачки. А, класс. Ой, подождите, пожалуйста, подождите. Сегодня еще дождь обещали. А. Угу. Оп. Да. Вот эти штучки. Да, спасибо большое. Ой, ух ты, как это вы все делаете? Так я не понимаю. Спасибо, до завтра. Всего хорошего. Добрый день. Могу чем-нибудь помочь? Вы знаете, весь город уже обегал. У вас есть удав, корова и скотч? Что? Удав, корова и скотч. Нет, извините, нет. Жалко. Да я дочке просто жирафа обещал купить. Вот и ищу. Куда у корову и скотч. Ладно, будем искать. Будем искать. Аля! Что? Два часа тут уже стираешь, а дома жрать нечего. Я жрать хочу. Да я сейчас приду, у меня уж тут чуть-чуть осталось. Сейчас приду, ты иди, иди. Иди, давай, работай. Быстрее. Сейчас приду уже, приду сейчас. Слава богу, ушел. Ой, не говори, я уж испугалась, думала, он присядет покурит, как в прошлый раз, ты помнишь, да? Я помню, 15 минут под водой сидел. Ой, потом 2 месяца реанимации, правда, было. Ну, ничего, что только не сделаешь ради любви-то. Ну, хороший ты мое солнышко. Я все понимаю, зайчик, ну, у нас ведь способа другого нет. А стирка же она каждый день. Да, нету. Да сейчас-то еще ничего, а вот зимой, когда все в лед встает, прорубь сидеть, холодно, зараза, ноги свои. Ой. Вперед, давай, идет, давай. Салую, давай. А я знаешь, что подумал? Все. А я тут с тобой посижу. Ой, природа-то какая! Так я уже достирала все. Я уже все достирала. Пойдем домой. Че сидеть-то? Пойдем. Да ладно. Я знаю, что предлагаю. Я предлагаю, давай мы с тобой тут закат встретим. Любит. Любит. Не любит. Любит.